Бобби, прошу, не делай этого. Чего не делать? Я просто еду домой. Не возвращайся туда, он тебя ударил. Я не хочу это обсуждать. Проблемы с мужем? Нет, офицер. Я шериф. Пока, чудик. О, здравствуйте, офицер. Все в порядке? Заглушите двигатель. Мэм, вы в порядке? Кажется, коп меня шантажирует. Вы встретили шерифа Бильштейна. Значит, он настоящий коп. Девушка хотела снять деньги для шерифа. Знаете, как говорят? Дай значок, увидишь суть. Вы глубоко в этой истории.